36-летнего Сабита Шунтакбаева, спасшего сегодня в Нур-Султане трехлетнюю девочку от падения из окна 8-го этажа, наградили в МЧС. Ему вручили нагрудный знак за героизм в чрезвычайных ситуациях. Мужчина всего 2 недели назад приехал в столицу из Кызылорды. У него 4 детей и нет собственного жилья. Что еще о нем известно и как прошла операция по спасению малышки, расскажет Даля Насипова. Видео со спасением ребенка, свисающего с карниза 8-го этажа, взбудоражило соцсети. На кадрах мужчина этажом ниже буквально срывает 3-летнюю девочку с оконной рамы. Очевидцы говорят, что перепуганная девочка плакала и звала на помощь маму. Мама, помоги, так кричала, без конца кричала. Основные мужики были, все там одеял искали, стояли здесь с одеялом. В момент происшествия взрослых дома не было. По словам соседей, мама девочки ушла на работу, оставив ее со своим братом. Тот решил отлучиться, но задержался. В это время малышка вылезла из окна. Соседи пытались вскрыть запертую дверь, но попытки оказались тщетными. Тогда Сабит Шонтакбаев, случайный прохожий, который увидел страшную картину, пошел в квартиру снизу. Времени для раздумий не было. Нужно было снимать с окна уставшего ребенка. И сегодня же за мужество его наградили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Я шел на работу, когда увидел ребенка. Все мои мысли были только о том, чтобы спасти ее. Я не думал, что со мной может что-то случиться. У меня у самого 3 сына и 1 дочь. Мама девочки звонила, благодарила. Жена и 4 детей Сабита живут на съемной квартире в Кызылорде. Один из благотворительных фондов открыл сбор денег на покупку квартиры для семьи героя. Организаторы акции намерены купить ему квартиру в родном городе. Мы поговорили с жителями Кызылорды, которые знают Сабита. Оказывается, он очень хорошо ремонтирует машины. У него большая семья. У нас был опыт, когда мы собирали деньги на жилье нуждающимся за 24, за 36 часов. Поэтому, думаю, надолго это не затянется. За 2 часа казахстанцы отправили в фонд более 3 миллионов тенге. Даля Насипова, Дидар Гилеов, Информбюро, Нур-Султан.